Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на метод. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Настоящий детектив. Сериал 2014 года. Главные герои – два детектива. В 2012 году в штате Луизиана повторно открывается дело о серийном убийстве в 1995 году. Детективы познакомились 17 лет назад, когда началось расследование, и с тех пор вместе охотились за убийцей. Повествование будет вестись как в наше время, так и откатится назад, в середину 90-х. «Мажор» – сериал 2014 года. Таких, как наш главный герой Игорь Соколовский, то есть детей высокопоставленных богатых родителей, называют мажорами. Наш герой имеет юридическое образование, но ни одного дня не проработал. Безответственный прожигатель жизни. В один из загулов ночью он вступился за приятеля, подрался с полицейскими, выбил табельное оружие у офицера. В итоге отец лишает героя всего и отправляет работать в отделение полиции, то самое, в котором служат ночные полицейские. Его, мажора, там не ждут, его презирают. Но именно там он начнет становиться мужчиной, встретит свою любовь и найдет убийцу мамы. Шерлок, 2010 года. События разворачиваются в наши дни. Он прошел Афганистан, остался инвалидом. По возвращении в родные края встречается с загадочным, но своеобразным гениальным человеком. Тот в поиске соседа по комнате. Лондон, 2010 год. Происходят необъяснимые убийства. Скотланд-Ярд без понятия, за что хвататься. Существует лишь один человек, который в силах разрешить проблемы и найти ответы на сложные вопросы. Декстер, 2006 года. Я Декстер, Декстер Морган. Я работаю судмедэкспертом в полиции Майами. Я не понимаю любви, мне безразличен секс, у меня нет чувств. А еще я серийный убийца. Мой отец был полицейским и прекрасно обучил меня прятать улики. Обычным гражданам не стоит меня бояться. Я убиваю только преступников, подонков, до которых почему-то еще не смогла или не захотела добраться полиция. Я убиваю их, аккуратно распиливаю на части и избавляюсь от трупов. Убийство для меня – творческий акт, искусство. Но однажды в Майами появляется некто, равный мне, даже превзошедший меня, сумевший меня заинтересовать, предложивший мне своего рода товарищеское состязание. Кто этот загадочный и неуловимый X? Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!